Итак, всем здорово, с вами Водобас. Сегодня мы заоценим игрульку Project Cars. Это игра, которой многие уже слышали, ее рекламируют. Реклама, конечно, не такого уровня, как там, не знаю, Battlefield или World of Warcraft или Call of Duty какой-нибудь сраный, но, в общем, те, кто интересуется особенно графикой, слышали о ней, хотя таких людей на самом деле немного, но я чуть ли не с самого начала, как увидел, показывали скриншоты. Я просто офигевал и не верил, что такой будет графон. Вот сейчас появилась возможность заценить. Сейчас проверим, как в реале обстоят дела. Спасибо Кексману96. Это именно он, короче, специально для меня купил аккаунт, прикиньте. То есть я просил людей, которым у Шкау был аккаунт, а он, короче, взял, специально купил. Вот, и дал мне на обзор. Вот, короче, выражается большая благодарность. Молодец, фанат, можно сказать, супер фанат. Вот, давайте посмотрим. Это вот сразу начальное меню. То есть так же, как ролики, кто смотрел, оно так и выглядит. Это прям начальное меню. А, FPS здесь 700, я не знаю, то ли это видео, то ли не видео, но FPS вот без фрапса, даже вот с фрапсом сейчас 180, но без фрапса, блядь, вообще 700 FPS. Не знаю, видео, не видео, наверное, все-таки не видео. Вот, тут графон, конечно, тоже как в роликах, все тут честно, то есть полигонов до хера, отражения очень такие, очень качественные, я не знаю, они трушные, не трушные, но выглядят они очень четко именно вот. То есть не мыльцо какое-то, да, что-то там, отражения какие-то, а именно как бы очень четкие полигонов, еще раз повторюсь, то есть очень гладкая модель, блять, вот даже вот. Вот это вот патрубок, вот, ну правда, немножко издалека, но все равно он настолько, блин, гладкий выглядит, а, офигеть. Колеса супер круглые, вы рассмеетесь, кто-то может рассмеется, смешного ничего нету. Даже в достаточно, где приличный графон и тачек, игры, ну, там Need for Speed последние, ничего там, не совсем так гладко. И вот эти вот, блин, вот это вот спойлеры, блин. Да сколько они круглые, ёпта, офигеть, просто. Соответственно, текстурирование тут, естественно, не какое-то, ну, но это, правда, и во многих играх тоже уже такое есть, там, дёрт какой-нибудь, но все равно, как бы, то есть, все надписи, которые до тачки, по крайней мере, здесь, посмотрим, как в игре, то есть, все очень четко, без всякого мыльного кинца. Асфальт очень приятной гаммы и очень четкий, опять же, с такого расстояния, то есть, вот это бетон, как бы, это не асфальт. Тут какие-то проплешины, что-то все очень офигенно выглядит. Гамма очень трушная, то есть это не какая-то, знаете, когда это как там голубая там, да, или оранжевая. Очень такая реалистичная, естественная гамма. Не говно какое-то, да, замыленное, заблю, я не знаю, какой-то вообще непонятные эффекты, а именно реалистичная. Вот, короче. Поэтому выглядит очень классно. Интерфейс, как я понимаю, это Windows 8. Я только так мельком видел где-то. Вроде у него так сделано. Специально для Touch, чтобы он сразу шел и на всякие iPad и так далее. То есть вот эти кнопочки очень красивые. Задолбали уже эти меню, куда просто написано Start New Game, Options, да, как бы непонятно как, разными шрифтами, стрёмно. Классно, в общем, сделано, красиво. Реально приятно смотреть. Вот. Давайте продолжим, значит, я уже на самом деле немножко полазил тут, options настроил, ну все тут у меня на максимум по графике, а графика тут где она, visuals, то есть здесь достаточно, ну не то что бывает и больше, но прилично в общем, всяких options, да, там reflections, еще что-то, reflections только на medium, ну вот можно на ультру поставить. Блюмон, еще Lens Flare, еще какие-то сейф. То есть вот видите, здесь классно именно. Не надо попадать, как иногда бывает, когда ты настраиваешь, где-то там непонятно где. Здесь большая кнопка сейф. Вот. Ну это, в принципе, менюшки, это мелочь, но это очень приятная мелочь на самом деле, потому что неприятно, когда, например, игра классная, да, меню там стрёмное, позорное и блевать хочется. Вот, короче, камера. Что тут камера, я даже не смотрел. Так. Mean Speed Sensitivity. Ладно, это потом, короче, настроим, если что.
Давайте, короче, заценим саму игрульку. Так, жмем, короче, Quick. Тут вот можно выбрать Location, то есть трассы. В основном тут много чего заблокировано, потому что это еще даже то ли бета, то ли альфа, короче. Выйти игра должна где-то в 2013 году. Сначала вроде говорили в 2012 летом, но сейчас где-то 2013 весна, что ли, что-то такое. Там всякие есть слухи, что это будет Shift 3 и так далее. Не знаю, посмотрим. А для Shift 3, по-моему, слишком крутой прорыв. Все-таки Shift 2, Shift, это больше такие были мейнстримовские какие-то. А тут именно какая-то суперграфоном, черт его знает. Сейчас проверим суперграфон. Ну, в общем, какие-то трассы есть. Так, выбираем какую-нибудь вот такую. Выбрали. А, визор, погода, hazy, overcast, не знаю. Next визор, date type, race date, custom. Year, months. Тут еще months можно выбрать, нихера себе. Ну-ка, если January выбрать, неужели зима будет? Интересно знать. Так, выбирается машина. К сожалению, не показывается, не отображается машина, которую ты выбираешь. Это минус на самом деле. Потому что ты не видишь, какая она, как выглядит. Хорошо, если бы здесь были Ford Focus, и было бы понятно Ford Focus. Он и в Африке Ford Focus. Но тут не Ford Focus, и совершенно вообще какие-то зачастую неизвестные машины. Поэтому вот, ну ладно, давайте, чё, жмем старт. Так, жмем, смотрим, смотрим. Вот загрузка, загрузка быстрая. Так, ну вот, вот мы смотрим. И видим, что графон, конечно, супер, просто супер. Просто супер. Офигеть, офигеть. Текстура асфальта, блядь, я думал, вот были скриншоты, я смотрел, я не верил, что такая, что такой графон будет. Но тут видно, что графон это на скриншотах был реальный. Никакой не пререндер, ничего. То есть вот я вот что еще сомневался, вот именно вот за текстуры, блядь. Там показывали вот именно вот эта супер четкая, блядь, она реально такая, без пизды, просто реальная. Просто охуенная текстура асфальта, травки, вот эта желтая линия у кромки асфальта, блядь, это, сука, слов нету. Это реально так, это не какие-то пререндеренные, все видно просто, просто охуенно выглядит, охуенно. Так, здесь можно поменять вид. Ну, зрители хуёво, конечно, нарисованы. Даже страшно на самом деле. Ну, все-таки игра про гонки. Они сосредоточились на машинах и на трассе. О, даже вот... А этот довольно-таки неплохой. Хотя нет, эта текстурка, по-моему, сделана с средней стрёмности. Да, заборчик. Но с такого расстояния весьма ничего выглядит. Да, зрители, конечно, пиздец. Но все-таки не про зрителей игра, поэтому на них не будем. Я думаю, то, что они вот сделали такую прорисовку тачки, не пожалели текстурок, которые на консолях в принципе не пойдут никогда, они сгорят нахуй. А, это говорит о том, что если бы они хотели, они бы сделали супер просто зрителей, просто все-таки в игре нужно понимать, что... Пока что все-таки уже крутое железо есть, но не настолько, чтобы даже зрителей, да, как бы рисовать просто фотореалистично. Но я уверен, что эти люди, они могут реально, вот они доказали, показали, они могут сделать. Так, отражения походу реалистичные. Вот сейчас впереди, смотрите. Впереди, короче, деревья. И они реально, блядь, они в лобовом стекле отражаются деревья. Прикиньте, вот так вот я делаю, отражаются деревья. Что обычно, кто не знает, не разбирается, школота и так далее, что делают псевдоотражение, когда ты, когда у тебя в NFS, к примеру, едешь, у тебя в стекле отражаются деревья, хотя ты едешь между домов, короче. То есть, сами понимаете, бред. Но тут вот деревья и отражаются... Вот на багажнике деревья, впереди деревья отражаются. Сейчас посмотрим где-нибудь деревьев. К примеру, если вот так вот встать. Во, столб должен отображаться. Впереди столб. Блять, смотрите. Вон столб. В лобовом столб реально. Я даже увидел, что на столбе вон такая, да, треугольная хуйня. Охуеть. Реально столб. Блять, это трушное отражение. Реально, без всякой хуйни.
по FPS скажу, что FPS охуенный, она нихуя не тормозит. У меня 70-80 FPS выдает, Full HD, все, ультра. Помню, я все время говорил, сделали бы текстуры крутые, полигонов много. И мне всегда эти школьники тупые, блять, ублюдки, сука. Ну, не все школьники тупые ублюдки, но мне вот писали, сука, тупые ублюдки, которые говорили, да твоя балалайка, ебалайка сгорит. Вот нахуй. Ну, у меня тогда старый был комп, но все равно бы нормально было. Но мне и сейчас даже могут такую хуйню писать, что нужен суперкомпьютер. А я всегда говорил, что не нужен, блять, потому что я, сука, умен и так далее. Я разбираюсь, я охуенный эксперт. Вот она, вот. То есть здесь, блядь, текстуры охуенные. Это максимум. Это, блядь, я лучших текстур нахуй не видел ни в одной. Ни в каком кризисе, блядь, в кризисе нету. Я отвечаю нахуй, в кризисе нет. В метро неплохие 2033, но хуже, блядь, я отвечаю. В Battlefield вообще не сравнить, там, Battlefield 3, пожалуй, хуже, чем в кризисе. Ну, или примерно как в кризисе на уровне. То есть, блядь, это охуенные текстуры, реально. Вот, ебалайка не горит, 70-80 FPS выдает, блядь, на ура, нахуй. Не, у меня топовая видеокарта, но все равно, блядь, мне говорили, что там суперкомпьютер нужен. Вот, блядь, смотрите. Деревья неплохие, но... Они тоже достаточно неплохие, но они сделаны крест-накрест, но сами листья сделаны достаточно детализированно, то есть с такого расстояния они очень приятно выглядят. И нету ощущения, что какая-то параша хуёвая, блин. Из этого сделали, блин. Вырезали из листочка, то есть вообще стримаган. Короче, блин, реально графон такой, как на скриншотах был, вообще. То есть вот тачка. Давайте тачку посмотрим. Так, посмотрим тачку. Я уже жал на разные кнопки. Нельзя, походу, приближать, отдалять камеру. Как обычно бывает. Здесь вот крутить на нумпаде надо крутить. И обычно там, если по диагонали, они приближают, удаляют. Здесь, похоже, так не сделано. Но как бы... Здесь еще тачка не самая удобная. Она такая простенький дизайн имеет. Поэтому на ней всю мощь графики-то не оценить. Но выглядит она, согласитесь, просто охуенски. Но... Как бы, если откинуть отражения трушные, то, в принципе, именно данная тачка, она выглядит... Ну, есть уже игры, где примерно так же выглядят. Но это, опять же, из-за того, что просто тачка простенького дизайна. Сейчас мы выберем, что покруче дизайна, где будет действительно видна вся мощь графики. Вот, просто... Ну, если, блядь, взять Жигуль, согласитесь, там не поймешь, графон крутой или нет, потому что Жигуль, блядь, это... Восьмерка какая-нибудь, это просто обрубок, да, который там не нужно суперкомпа, чтобы его неплохо так нарисовать довольно-таки реалистично. Ну, огонь это, в общем, всегда был более-менее нормальный. К сожалению, камера, как часто бывает в играх, она уезжает, когда вот если ты вперед едешь, вот ты вот так вот камеру поставил, начинаешь вперед ехать, и она уезжает. Если не едешь, то не уезжает. Это в какой-то игре примерно так же было. Не знаю, может, можно настроить, потом посмотрю. Хотя обычно нельзя и так вот. Ну, потому что обычно игры все-таки типа делают не для того, чтобы любоваться, да, а как бы типа ездить. Про физику сразу скажу, что она вроде неплохая такая. Я сейчас без руля, не знаю, может, потом на руле попробую. А, вот вид из кабины. Но здесь кабина простенькая, тоже не оценить толком. Но здесь, конечно, более так рублено мне чуть-чуть. Есть как-то это не очень так гладко. То есть... Не видно, что конкретно херово, вот тот же спидометр, шкала довольно-таки гладкая, но здесь все-таки уже так нет такого суперблеска, как снаружи. Но все равно все очень достойно, и все равно в любом случае это на максимальном уровне. То есть нельзя сказать, что в игре там X, в Test Drive Unlimited 2, к примеру, лучше будет графон кабины. Ну, Test Drive Unlimited 2 это самая лучшая игра с графоном кабины. Ну, там все очень неплохо, так сказать, но кабины, в общем, самый ништяк там. Ладно, давайте попробуем что-нибудь, другую погоду замутить и другую тачку. А, не, про физику, она тут не аркадная, потому что говорили, что Shift 3 сделают, а Shift это сразу NFS, это аркада. Потому что здесь вот на клаве особо не поиграешь, я сейчас на клаве. Здесь идут заносы, при этом у меня еще, может, она и не на максимум физика, я не знаю, я там особо не лазил, меня, сами понимаете, в этой игре прежде всего графон интересовал, то, что физика, это уже есть игры, где крутая физика, поэтому я не думаю, что они что-то новое особо придумают, это мне пофиг. Вот, единственное, что, естественно, физика столкновений хотелось бы крутой, но здесь, походу, повреждений нету, либо они у меня не включены, я потом еще посмотрю, потому что в данный момент они
Их нету. А, не, во, появились, блин. А я тут врезался и не был. Но понятно, что повреждения такие классические. Здесь, наверное, прорыва никакого нет. Хотя, помните, я бросал у себя ВКонтакте видос. Многие его, наверное, видели на движке Unreal 3, кажется, где там пикап, который очень некисло так разламывался. Вот, там сказали, что на скриптах, но на скриптах и на скриптах, какая разница на чем, если он мялся просто, можно сказать, ну, на данный момент божественно, нигде ничего подобного нет. У него реально при врезании, у него капот просто вся передняя часть уходила и сминалась. То есть это очень некисло выглядело. Вот, ну физика, в общем, как я сказал, такая, походу, приличная. Для этого, конечно, нужно на руле ездить. На клаве не совсем уж жопа, можно что-то ездить, но все-таки жопа. По идее, на самых симуляторах обычно на клаве совсем жопа. Ну и здесь, в общем-то, стоит чуть разогнаться и тормози, не тормози. Просто не вписываешься, потому что нужно поворачивать руль на какой-то градус, а не тупо стрелкой. Что возможно только на руле. Вот. Поэтому физика тут, в общем-то, в наличии. Достойная. Ну ладно, давайте посмотрим что-нибудь другую трассу и так далее. Так, ну вот другая тачка. Тоже одна, которая белькала на скриншотах. Вот мы можем убедиться, просто сногсшибательный графон. Просто смотрите, а, асфальтик какой, какая точила. Так, надо повернуться другим боком, чтобы осмотреть со всех сторон. Да ёпта! Блин, не затормозил. Так. Жаль, еще приблизить нельзя. Ага, о. Да бляха ты, муха, цокотуха, а? Сзади тоже гаражик неплохо выглядит. Довольно-таки симпатично. Ща я жопой хочу встать. Потому что сзади геометрия, так сказать, помощней. Думаю, вам эта шутка понравится. Но спереди что-то она не очень тачка, именно в плане дизайна. Сама как таковая. То есть вот здесь вот видите, и трубы, так сказать, и фары. Вон, прикиньте, какие фары, и все прорисовано. То есть фары, ну как это объяснить, 3D-шные, скажем так, как сейчас часто делают. То есть там своя, не просто как в Жигулях, блядь, две лампочки, а все там, диоды, хуёды и так далее, все это отрисовано, прорисовано. Блять, смотрите сзади, как охуенно выглядит это, пиздец. И, блять, и прям на фарах отражения идут реально от гаража. Ёбаный в рот. Ахуи, блять, все это кару, это, блять, вы меня спрашивали, где самая крутая графика. Все, теперь без сомнений. Ни кризисы, ни Battlefield'ы. Project Cars. Все, точка. Вообще без вариантов. Просто без вариантов. Просто без вариантов. Кризис все всосал, наконец-то. Причем игра еще даже не вышла, но она уже очень стабильный билд. Вообще ни разу у меня не упал, ничего не тормозит. Блять, умеют же люди, сука, делать, а? Это те же разработчики, что делали эти всякие GTL, кажись. GT Legends и тогда GTR, блин, а мне эти серии всегда нравились. И вот они выкатили не просто продолжение, а еще с охуенной просто супер графоном. Вот отсюда даже видно, насколько самый близи, насколько четкая текстурка, так сказать. Как бы это смешно не звучало. Вот внутри, но тут сейчас напротив солнца, поэтому темно. Я солнечную погоду поставил, ну-ка, если развернуться. Хотелось бы увидеть свет, так сказать. Блин, а, ну там сзади закрыто просто. Похоже. То есть, видите, сзади нету окошек, поэтому свет, походу, оттуда не идет. Поэтому там так темно. Только то, что сбоку идет или спереди, поэтому не видно по-нормальному кабину. А, конечно, проработка трасс можно было бы еще несколько максимально. Ну, прежде всего, это практически деревья. И еще хотелось бы, чтобы изобрели уже травку нормальную, трушную. Здесь травка такая на среднем уровне, так сказать.
ничего особенного, в том же Обливионе формально лучше, помните, какая она там была. Но она бы тут такая особо не сгодилась, а потому что обычно на гонках реально газончик, а не... Но здесь просто газончик такой лысенький. Но просто еще ни в одной игре такого не изобрели, чтобы трава выглядела как настоящая, чтобы ее дохера было, чтобы каждая травинка была прорисована, но я думаю, к этому приду. По-моему, во всяких этих 3D-марках это уже сделано, точно не помню. Ну или в каких-то бенчмарках была такая трушная трава. Ну вообще, конечно, есть бенчмарки, где и волосы охуенно просто... Охуенно просто сделаны, видели уже, наверное. Блять, ну реально, без пизды как бы. Охуенный графон. Number one in the world. Графон просто пипец, просто слов нету. Единственное, что я бы хотел, чтобы это в городе все сделали. Я потому что всегда недолюбливал кольцевые, не очень это прикольно. Это еще с рулем можно поездить, но все равно круги накручивать, блин, так себе. А вот в городе это пипец. Но в городе там другая проблема. Там, чтобы это все круто выглядело, надо будет и город прорисовывать. А это уже гораздо больше. Все-таки сейчас, несмотря на то, что крутые видеокарты, но они способны вот отрисовать вот круто. Тачку, какие-то текстурки. Но если еще город так отрисовывать охуенно просто такими текстурами, то это пиздец, вполне возможно все-таки. Но еще может быть вот 7970 топовые карты, они может это еще и вытянут. Но остальные, ну конечно можно графику скидывать, но хуй знает. Но это реально просто, блин, это просто труп ЭК графика. Это та графика, которую я всегда, можно сказать, мечтал, говорил. И вот каждая игра на компьютере, ПК-шная игра должна быть примерно с таким уровнем графона. Потому что это всегда так было раньше, давно, да, до прихода стрёмных этих консолей, Next Gen и так далее, типа назывались. Раньше всегда, когда игра выходила, старались максимальную графику сделать в основном. Ну именно, какая вот видюха есть, такую старались. Сейчас стали это говно все выпускать на Unreal и так далее, мультиплатформу. Здесь вот реально вернулись к истокам и сделали вот максимальный графон. В принципе, могли еще несколько максимальнее, но все равно это по сравнению с тем, что есть, это, блять, это, сука, это короли, это верхушка просто, это просто охуенно. Ну, давайте еще какую-нибудь тачку посмотрим. Так, ну тут вот другая стрёмная какая-то тачка, я такие не очень люблю. Какая-то из разряда гоночных или старых. Ну, блять, тоже трасса недоделанная, там так и написано, это все-таки альфа или бета, там прям написано under construction. То есть ты на нее зайти можешь, но она. То есть, видите, здесь ни деревьев, ничего. Будет доделываться, видимо, дизайн и так далее. Вот, ну блин, это практически фотореалистично, а смотрите. Нет, блять. Это просто охуенно, просто. Бабушку, если позвать, спросить, бабуля, это Шумахер едет или что, она скажет, это Шумахер, нахуй, сынок. То есть она даже не вкурит, что это игра. Нет, блядь, просто охуенно. С охуенным качеством. Более того, по телеку вот такой графон и не увидите, потому что по телеку будет разрешение 640 на 480. Шумахер там мыльное кинцо будет. А тут-то Full HD у меня, это пиздец. А горячий воздух, это тоже все вьется. Но это, конечно, достаточно старый прикол, но все равно это охуенно, конечно, выглядит. Просто охуеть. Блять, у меня даже на перчатках охуенная текстура. Не пожалели. Вот, блять, какие, блять, слава этим разработчикам. Просто слава. Пожать бы им руку, нахуй, а. Пиздец, а. То ли они меня смотрели и решили забабахать такую игру, хуй знает. Но они реально, блин, просто охуеть. Какие-то World of Tanks, там были бы танки прорисованы с тем же уровнем графики, что здесь, блять. Я бы играл в 500. Я бы, нахуй, второй, третий аккаунт завел и так далее. Типа такой, с такой прорисовкой, это пиздец просто. Блять, даже консоль, вон текстурка, и то охуенная текстурка. Ну, пластика типа. Реально сделали, это пиздец. Так, давайте еще какую-то тачку посмотрим. Блять, охуенно. Так, ну вот, Pagani Zonda. Тоже, которая часто мелькала на скринах. Вот можно убедиться, что
Блять, вы посмотрите. Вот тут вот дизайн как раз такой высокополигональный, именно что есть всякие выемки и так далее. Тут видно, что это просто пиздец. Смотрите, блять, это пиздец. Ёбаный в рот. А еще многие говорили, блять, не жди, пока не выйдут консоли нового поколения, нихуя не будет. Пиздец, вот вам. Люди, есть нормальные люди в этом мире, нормальные разрабы, которые знают, что такое компьютер и так далее. Блять, это охуеть. Это пиздец, вы только посмотрите. Ёбаный пиздец. Ёбаный, блять. Блять, если бы они это сделали город еще такой, с такой прорисовкой, я охуею. Пиздец просто. Блять, им надо будет найти их в Facebook или что, и им надо будет писать, что вообще, сука, ребята молодцы. Просто пиздец, блять. Давайте. Видите, все тени падают. Сейчас отъедем где, чтобы еще так посмотреть. Пиздец, а. Так, сейчас. Охуеть. Все, уже не нужно. Зачем? Зачем покупать Pagani зонда, да, чтобы сделать фотографию или видео с ней? Крутое, да, или делают. Вот, все. Ты вот такое делаешь, и это даже круче, чем в реале будет. Потому что в реале будет грязный асфальт. Или она в пыли будет, или еще что-то. Или ты не найдешь такого красивого места. А здесь все охуенно. Смотрите. Пиздец. Ёбаный пиздец. Ёбаный пиздец. Смотрите, передний спойлер, как охуенно, все супер гладко. Я же говорил, полигоны, полигоны, блядь. Тут пиздец, все супер гладко. Охуенно. Ёбаный в рот. Не, это кризис, все, кризис, можно сказать, кризис, это мыльное кинцо и сосет. Просто сосет, ребята, просто сосет. Просто кризис уже всосал. Охуеть, ну вы гляньте, это пиздец. Охуенно. Супер. Так, вот тут точила есть, которая типа Audi A6 или A4. Называется она по-другому, не знаю, то ли из-за того, что они не купили марки, хотя здесь есть, которые с реальными названиями, то ли она действительно так называется, Asano, может, это компания, которая сделала. Ну, это, конечно, гоночный вариант. Карта еще недоделанная здесь, повреждена, не видно огороженной херни, она как бы врезается. Ну там так написано, что карта еще under construction. А, во, помялась. Смотрите, как, да встань ты, ёпта. О, видали, как промялась капот. Так, вот еще очень интересная машинка. Интересно в силу своего дизайна, что очень супер просто выглядит. Просто словами не передать. Охуеть, как выглядит. Смотрите, блять, это пиздец. Это пиздец. 2012 год. Вот эта игра 2012 года. Ёбаный, блять, вы смотрите, охуеть. Блять, вот это четкость. Пиздец. Да ёкарем, бабай. Да, охуенно. А вот, собственно, тачка, которая стоит в гараже там, в главном меню. Вот она тоже есть. И можно убедиться, что ее графон ровно такой же, как в меню, как в роликах и так далее. То есть не какой-то урезанный, порезанный. А именно такой же. Да, блядство, пиздец, наркотики, это ее пиздец, вообще просто слов нет.
когда выпустят новую GTA, в которой графон тачек будет вот так, таким, вот это будет победой. Но это, правда, не скоро будет. GTA всегда отставал на много-много лет. Ну ладно, пока, думаю, этой игре я буду посвящать различные ролики. Потому что это просто ёбаный... Короче, да, это супер. Супер-супер. Именно по графону. Просто пипец. Пока.